Начинаем. Меня зовут Ваня, вы на Гамма Раша сегодня. И у нас субботник. Я еще нарисую мой любимый цветок кактус. Чего фу? Рисуем сегодня Эльзу. Меня много просили. Выиграла девочка и нарисовал я кактус. Но все-таки очень многие просили рисовать Эльзу. Мы нарисуем Эльзу просто поэтапно. Я что-то хочу сегодня нарисовать, что-то среднее, чтобы было более похоже как на мультике, но как в мультике, но не так картунно, как рисуют многие сейчас фломастерами. Для этого я использую масляные мелки 24 цвета фирмы Гамма. Они сочные, яркие, приятные, толстые и цвета очень сочные. То, что надо. Для начала я нарисую вверху вот такой круг. Это голова Эльзы. Это важно. После этого нарисую шею ей и плечики. Это основное, что нужно для Эльзы нарисовать с помощью этого цвета. Можно подбородок закрасить, глазки красить не будем. И лоб закрасить. Вот так вот. Закрасили, затенили. Все, останавливаемся пока что. И теперь подумаем, как бы так нам нарисовать, чтобы она была похожа на девушку, на стройную высокую девушку, и стояла бы ровно. Наверное, этим же цветом мы можем нарисовать ей тело. Вот так, раз, палочку. А здесь ножки. Ножки не будут видны в конце концов, потому что мы закрасим, у нее красивое платье будет, так? Мы этого не сделаем, но набросок нам нужно сделать. И ручки тоже. Вот сюда идут ручки. Сюда и сюда. Мы это сделаем. Ну, а здесь у нее попка будет. Хоп, все, Эльза готова. Большое ухо ей нарисуем. Голова у нее действительно большая, я бы сказал. А теперь берем красивый цвет сиреневый. Ну, не сиреневый, а такой цвет. Я его называю морской волны. Бирюзовый цвет. И рисуем платье. Вот так рисуем. Раз, два. Заходим, здесь у нее грудь, рисуем грудь, и ровно плоский животик, сюда вниз идем. Этим же цветом рисуем вниз, руку пока не будем красить, хотя руку можно покрасить голубым цветом, голубой цвет у нас есть, голубым цветом. У нее платье очень-очень холодное, в таких тонах холодных, все голубым, вот так и вот так, две ручки голубым, голубые ручки, пока голубой не убираем, сейчас пригодится еще. Теперь платье, вниз идет ровное платье, такой столбик рисуем. Как я говорил, попку рисуем, попку обязательно. И сюда идем, вот сюда, вниз, 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 вниз. Платье спадает. Здесь оно расходится разными складками. Вот сюда, вот так вот мы рисуем. Складки, как будто бы вода стекает, и очень красиво получается. Вот такой рисунок. Так, теперь берем голубой и делаем фату. Вот так. Наверное, это фата какая-то вот сюда идет. Вот так вот. И здесь она идет. Так получается. Вы по будням больше не будете делать эфиры? Я стараюсь делать эфиры, как только у меня появляется возможность. В ближайшее время, может быть, она опять появится. Я не могу сфокусировать свои рабочие время с эфирами и много новых проектов. Не хватает времени на постоянный эфир вечером и утром, это занимает время. Я хочу немножко упростить эфиры, возможно, и в ближайшее время они возобновятся на Рыбакит, на сторис канале, канале Инстаграм появятся. Но только они будут, вероятно, в таком более ужатом виде, где я очень быстро что-то буду делать. Небольшое общение на 5-10 минут, не хватает времени на все. Теперь желтый берем. Желтый берем, такой большой кусок волос рисуем сверху, как шапку. И закрашиваем. После этого справа закрашиваем. И здесь вот косу рисуем вот сюда. Прям сверху. Вот так раз, 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 раз. Сейчас мы все это чуть-чуть больше обведем с помощью такого светло-коричневого, более темного цвета. Желтый такой вот. И таки прическа у нее очень красивая у девушки. С такими красивыми волосиками, конечно же, и она, и коса у нее очень красивая, похожа на русскую косу, и очень она приятная девочка, и девушка, да, девушка приятная, и, в общем-то, очень мне нравится. Так, теперь глаза. Самое сложное мальчишкам и девчонкам нарисовать глаза, потому что они не очень как у человека, и получается не всегда красиво. Такие вот, как рыбки, я рисую их вот так, они вверх приподняты полукруги. Улыбочку сейчас розовым. Немножко щечки красным улыбочку. Такую ухмылочку, я бы сказал.
Носик тоже чуть-чуть красным. Глаза, наверное, бирюзовые. Глаза, цвет глаз бирюзовые. Спасибо, пишут. Так, бирюзовые. Я и сам хочу побольше заниматься, побольше возвращаться. Но сейчас у меня есть только суббота. Я выделил ее специально для субботника с гаммой сейчас. Так что, возможно, появится. Но сейчас конкретно, вот на сегодняшний, пока что у меня не хватает времени, чтобы побольше рисовать. Так, очень сложный рисунок сейчас получается, чтобы она получилась похожа. Немножко искажение получается. Ну ничего. Так, теперь берем темно-синий карандаш. После этого возьмем, наверное, черный и немножко обведем. Здесь все получилось у нас здорово. Здесь полосочки делаем не спадающие. Туфельки у нее не было, никаких туфелек. Ну, такая вот тут получается девушка. Можно чуть-чуть сделать тени для нее. Снежная королева, можно сказать, отчасти. Издалека, можно так сказать. Можно там какие-то горы сделать на заднем плане. Сделать горы снежной королевы. Такая вот девушка. Так, что мы еще можем нарисовать, чтобы она была похожей? Вот здесь такой вот локон, который у нее спадает, очень такой привлекает внимание. И немножко волосики черными я подведу, чтобы хорошо было видно. Вот так, раз, два, три. Лучше это делать или карандашом, так вот, и касая ее. Вау, красивая девочка. Сегодня более сложный рисунок. Если вы хотите нарисовать Эльзу, то на канале Рыбакит есть более простой рисунок, где картунцы. Ну, так очень-очень просто нарисовано. Как рисуют девчонки, мальчишки, как я рисую. Просто, чтобы у тебя точно получилось. Там с помощью маркера появляется каждое движение мое, понятно, и там очень просто, большая голова, я их называю головастиками, там больше головастики. Класс, спасибо. Так, сегодня эфир закончен, очень рад, что вы приходили, посмотрим все наши работы в конце концов, единорожков, они уже высохли, и будем прощаться. И разные работы. Я поделю некоторые склеить, потому что я их немножко так положил, и они немножко склеились. Все работы ищу, которые сегодня мы нарисовали вместе. Посмотрим и будем прощаться. Так, этот. И еще космонавт. Жалко, что и не единорог. И вот уже все готово. Ставим.